каждый твой шаг – это контролируемое падение. По сути, смысл твоего рождения – это совокупность неких норм и правил поведения. Ты думаешь, у тебя есть своя точка зрения? Да, ты прав, она есть. Но только в рамках того заведения, где ты проходишь свое обучение. И в этом учреждении, в твою башку, происходит внедрение путем натягивания тебя на телевизор. И не удивляйся, подпихивая тебе нужное чтение, они меняют твои вкусы, меняют твои предпочтения. Любые взлеты твои, любые твои падения не происходят без чего-то молчаливого одобрения. Ты можешь называть это Божьим промыслом, ну или, как еще говорят, провидением. Тебе на каждом углу твердили: терпи, терпила, ты как бы проходишь крещение, и тут не надо быть мудрецом или гением, чтобы понять масштаб этого омерзения эти. Кто-то приравняли себя к Богу в своих извращениях. И как только в твоей голове рождалось какое-то там убеждение, тебя тут же убеждали в том, что ты мразь, а не Божье творение. Поставив тебя на колени, тебе щедро выдавали удары, пинки, затрещины, унижения. И за все за это ты должен был просто раскаяться и попросить прощения. А чтобы не рождалось в твоей башке всякого там возмущения, после хорошего кнута тебе обязательно выдавали угощение. Поэтому оставь все свои уловки и все свои ухищрения. Преклонись, человечушка, преклонись и будь в восхищении, потому что ты толпа, а толпа не может быть без царя и гонений. Схема работает. Тысячи лет. Тысячи лет без изменений. Спасибо. Я хочу спеть две песни.